сегодня в Северо-Казахстанской области, в городе Петропавловске, по улице Джамбыла, в 11:20 оперативным дежурному департаменту по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что горит автозаправочная станция. Через 2 минуты прибыли первые подразделения. В общем, на тушение пожара были привлечены 9 единиц техники и 43 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям. Кроме этого, были привлечены 3 автомашины скорой медицинской помощи, а также сотрудники департамента полиции для оцепления места пожара. По прибытию было выявлено, что горит заправляющая автогазосистерна. По прибытию были приняты оперативные меры по закрытию вентилей газозаправочной машины. В течение 9 минут были приняты все необходимые меры, в результате которого был локализован данный пожар. В настоящий момент проводится охлаждение и проливка автоцистерны и прилегающей территории для недопущения вторичных факторов чрезвычайной ситуации. В результате пожара у нас один пострадавший, водитель автоцистерны, сейчас увезли в больницу. Кроме того, было недопущено возникновение пожара рядом стоящей автогазозаправочной станции и здание СТО.